Друзья, всем привет! С вами Капанда. Сегодня играем в Roblox. Мой любимый Tower Battles. Ну, Tower Defense. И я накопил 2700 кредитов и хочу купить сейчас Фейзера. Фазера этого. Ну-ка, давайте глянем. Вот он, Фазер. Сколько он стоит? По-моему, 2600, я уже не помню. Да, 2600. Ну что, покупаем? Конечно, покупаем. Хлобысь. И за место кому поставим? За место, наверное, Риоганнера, да? Давайте глянем. О, вот он, дядька с пушкой. И хотим его затестить. 3 на 3, быстро, 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 успею, нет сюда. Есть, успел. Давайте глянем, против кого мы играем. Так, 0 побед, 6, 0, ну ой, да что-то какие-то одни нубики тут. Вот, вот этот только, Колин Бир, 2. Остальные какие-то, по-моему, как нубы, нет? А, вот, нифига себе. Хоппи, тоже 75 побед. О, 116, мамочки. Алакушка, фанат какой-то, тоже хорошо играет. Ну, я хочу, чтобы они не все были со мной, и против них тоже, чтобы интересно было. Тогда мы будем вообще мега счастливы. Да. Когда у нас будет мега длинная битва и мега эпичная. Я тут как-то играл, вообще 40 минут была битва, блин, думал, что солью. Ну нет, нормально затащили. Так, голосуем за карту. Ой, только нет, вот это мне не нравится. Давайте, наверное, что-то наподобие вот этого. Кибернетическое. Cyber. Quarters. Эть. Так. Что начнем? Конечно же, начнем с фермы. Поставим одну ферму. И будем копить на джипарей. Так, 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 ну-ка глянем, что там у соседей. Кстати, вот так я и хотел. А лакушка этот за красных, мы за синих, и с нами ходки. Короче, и сильные у них, и сильные у нас, поэтому, думаю, будет интересно. Так, джипари, где джипари? Ставим джипари где-нибудь в краешку. Вот сюда, бенчик. Здрасте. Ну чё, копим еще на одну ферму, да, наверное? 300 нужно. Пока джипари тащут, нормуль. Мы сейчас поставим еще одну ферму. Наверное, даже две фермы попробуем поставить. Или вот эту апнуть. Я, наверное, вот эту апну. А теперь за 300 ставим вторую. Ну-ка, глянем, что там у соседей, как дела? Соседушки, как у вас дела? Ну-ка глянем, у них фермы-то есть? Да, у них тоже, кстати, две фермы. Три фермы и пистолетчики. Вот зачем сюда ставят? Еще я дробана туда поставил. Ладно, они вроде тупят маленечко. Это хорошо. А мы? Ну мы тоже маленечко тупим. Зачем вот сюда поставить? Надо вот здесь кучку всех ставить. Эй, а что зависло? Эй, только не говорите, что дисконнект. Ну-ка, давай, подгружай. Машина тоже встала. Ну, капешки. Ты куда съехала-то вообще? Че лагает-то так? Только не лагай. Только... Ой, ее вообще колбасит. Че ты с ним? С интернетом все нормуль. Че-то Roblox, что ли, подлагивает. Ну-ка, как у них. Они вон бегают нормально, а эти тоже у них тупят. Что-то с серваком, наверное. Блин, а я тут пока с этими лагами разбирался. Я тут уже столько нагородил. Так, давайте еще джипаредник поставим. И ферму. Все, ферма есть еще одна. Так, это все не мое. Вот моя ферма. Вот, давайте апнем ее. А денег нету. Апать хочу, быстро апать. Машина едет. Это хорошо. Джипать, давай, красавчик. Дави их всех. Дави. Блин, что-то как-то не нравится. Мне как сервак работает. Как-то подлагивает. Или вроде нормально пролагалось. Так, апаем. Опа. Всего фермочка была по 50. Теперь по 100, по-моему, приносит она. Второго уровня ферма приносит 100. Так, у нас два джипаря и две фермы второго уровня. Нужно поставить еще одну ферму, а потом
джипарей, а потом апнуть эту ферму. Да, вот такой у меня план. Ну-ка, глянем, что там у соседей творится. Капец, что ты видишь, где-то срезаешь по газонам, мужик. Кто тебе права выдавал? Как он ездит, смотрите. Ничего не пойму, что там происходит. Так, у них как дела? Фермы, 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 фермы. И тут у них гранатчики стоят, автоматчики и пикалетчик. Гранатчик, пикалетчик, автоматчик, понятно. Но у нас тут джипари есть, это тоже хорошо. Так, давайте купим ферму, потом джипаря, да, я хотел? А потом апнем ферму. Ферма раз. Джипарь 400, надо накопить. Не хватает денег, не хватает. Давай, давай, деньга. Деньга, копись-ка. Копись-ка, деньга, копись-ка. Так, 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 так. Ой, взорвался. Что-то мои джипари какие-то это. Чё встал? Бензин кончился. Ну-ка, давайте подопну. Давай, давай, давай. Что-то залагало все как-то. Слишком много, наверное, народу играет, да? 400. И бенчик. Все. Джипарь еще один поехал. Это хорошо. Все, у нас 3 джипаря. Так, и сразу же апаем. Ап, 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 ап. Все. Теперь можно... У нас, получается, 3 фермы апнутые, да? Сейчас ставим еще одну ферму. И апаем ее. А потом не знаю, что буду делать. Потом, может, до третьего уровня их будем уже апать. Так, как дела у них? У них также... Сколько? 5 ферм, да? Да, 5 ферм. Скоро босс, кстати, пойдет. На босса надо бы булочки там поднапрячь уже будет. Так. А, вот же он, босс идет. А мы его еще не убили. 15 осталось. Капец лагает. Первый раз. Первый раз у меня такие лаги. Это потому, что я фазера, наверное, да? Достал. Купил. Так, ставим ферму и апаем ее. Все нормуль. Ой, там эти скрытые ниндзяри. Капец, у нас одни пикалетчики. Они же слабые. Это, наверное, вот этот нубик. Вот это... Кайпи нормально, я смотрю, развивается. Это он, наверное, он. Да, это его фермы. Это его фермы, это стопудово. А пикалетчики, наверное, вот этого чувака. Хутпи. Это наш Хутпи, короче. Чувака зовут Хутпи. Здороваются и фармят. Понятно. Так, у нас 700. Давайте еще одну ферму поставим, наверное, и все. Нет, ферму уже хватит. Я сейчас буду копить, наверное, 1800. Да, надо накопить 1800 на нашего команда. Команда купим. Красные, это не мы там помираем. Вы что там сливаетесь, что ли, так быстро? Красные, ну-ка давайте это. Взяли все в руки быстро. Я еще даже не накопил на Файзера. Что так лагает, а? Может и хорошо, что мы сейчас, если они быстро собьются, да мы хоть заново начнем. Давай бегом. Все, мы почти затащили. 50 жизней у них осталось. А тем временем я ставлю команда. Ну, давай ставься. Что ты? Куда его поставить? А поставим мы его вот сюда. Чтобы он эту большую все... захватывал. Сейчас мы еще апнем, и у него еще обзор надо до сюда, чтобы доставал. Давай, 650, давай, 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 кописька. Вот, готово, и бенч. Вот, видите, почти захватывает. Ой, блин, а вот же у нас босяра. Нет, это нормально, мои джипари с ним справятся, с боссом с этим. Ой-ой-ой-ой-ой, там уже все. Понятно, что-то быстро мы затащили. Даже я у этого файзера не успел. Ну что-то лагало, так это просто ужас. Ну что, давайте еще разок. Конечно, еще раз разок. Нам нужно файзера-то затестить. Все, победа. Это было несложно. Это было несложно. И не очень весело. Я люблю, когда прям жестко. Как
что тяжело, что там булки потеют, ладошки потеют, все потеет везде. Все, начинаем. О, 200 кредитов, так мало осталось. Ну что, опять давайте 3 на 3. Ай, не успел. Может 2 на 2? Нет, 2 на 2 не хочу. Хочу 3 на 3. Давай, игра, грузись. И мы заходим в следующий. Ну, где там очередь-то? О, я следующий. О, народ как быстро подтягивается. Народ, давай, давай, подтягивайся. И игра началась. Так, кто у нас? 6, это нубик. Это тоже нубик. Это вообще нубище. 12 раз проиграл, 6 выиграл. Капец, а что-то все нубики. Ну-ка, вот сюда кто зайдет. Главное, чтобы зашел какой-нибудь сильный. И за них. Блин, да капец. Мы сейчас тут опять, наверное, быстро выиграем. А может быть и нет. Давайте хотя бы двое против троих, чтобы мы вдвоем против троих были. Капец, опять мне не повезло. Надо было хотя бы, чтобы один сильный был в той команде. Хотя кто говорит-то? Хоп, пока не перепрыгнешь. Недаром так говорится. Не говори хоп, пока не перепрыгнешь. Может, сейчас мы и продуем. Где дерево? Дерево завалить хочу. Давайте, давайте, давайте вот это. Зимний. Все, все за зимний, молодцы. Где деревушку, которую повалить можно? Деревушка, деревушка вот эта. Я не успел добежать. Так, 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 быстро ставим ферму. Оп. Успел. Успел. И сейчас поставим этих джипарей. Пускай потихонечку ломают нам все. Наших зомбаков пускай ломают. Сейчас копим опять на вторую ферму. Короче, нужно вначале, я так понял, 3-4 фермы. Между ними парочку патрулей. Вот где-то вот такая золотая середина. Ну-ка глянем, что у них. О, у них тоже джипари есть. Ну, может быть, будет тут интереснее. Главное, чтобы никто не слился быстро. Я хочу затестить Файзера. Опять лагает. Да что ж такое, а? Почему тут так лагает? Надо было, наверное, перезайти. Нет, нормуль. Куда он исчез? Он был и не стал. Этот чувак сделал. Маска, кстати, по-моему, бесплатная этой пантеры. Черной пантеры маска. Ага, у нас есть снайперюга. И с дробовиками, чуваки. Так, ферма. Где ферма? Ферму быстро впитаем. Нормуль. Не, все вроде поменьше лагает. Но он же парь ровно едет. Никуда не выезжает. Ну, маленько подлагивает, конечно. Это сегодня, вот, вот, все понятно, я помню, это какашка тут лежала. Она тут всегда лежит. У них, по-моему, тоже. Да, вон у них тоже какашка лежит. Все понятненько. Так, короче, копим сейчас... так, это две мои фермы. Да, это две мои фермы, наверное, на третью ферму. Нет, мы сейчас ее апнем лучше. Оп. И вторую надо апнуть. Быра-быра-быра-быра-быра-быра. Денег не хватает, извините. Понятно, что не хватает. А нам нужно еще 92. 92 монетки и купим апгрейд фермы. Сейчас у нас джипарь подъедет, их всех подавит, и мы купим. Давай. Езжай, мой хороший, дави зомбаков. Вот этих вот. Сколько мне жизни? По 16. Капец, он сейчас даже доедет, не успеет до них доехать. У него расстреляют. Оп. О, апнуть могу. Оп, апнул. Так, две фермы у нас второго уровня. И джипари. Вот думаю, поставить либо сейчас джипов, либо поставить фермы. Давайте посмотрим. Мы тут вроде справляемся. И колечков у нас куча. Кстати, ферм кроме меня никто не ставит. У них нету ферм. Ну-ка, у соседей. У соседей фермы есть. У соседей фермы нету. Блин, я боюсь, чтобы мы сейчас опять не слились. Чтобы, точнее, не соперники не слились, а то они сейчас, блин, проиграют, если я опять ничего не успею расстроиться. Так, ставим еще тогда ферму. И апаем ее. Все, как раз 9 осталось. Нормуль. Теперь можно накопить на джипари уже. Ребята, вы только держитесь. Можем как-то помочь, а?
денег им дать. Вы главное только смотрите, не сдавайтесь. Вы давайте, чтобы продержались как минимум до 30-й волны. А то мы слишком быстро опять закончим. Так. Так. Таки-таки-таки. Таки-расколбаки. Ну что? Поставим, наверное, еще одну ферму, да? Или джипарей. Не, пока у нас все нормуль, давайте поставим ферму. Это в корзину. Ферму и апнули я. Успею, нет. Но это рискованно, конечно, потому что у нас одни джипы только. Ну тут вроде у нас снайперюга стоит. С дробовичками, чувачки. В очочках. Ой, блин, у нас босс идет. Не-не-не-не, нужно срочно ставить этих. Я апать не буду, надо срочно ставить. Джипарей еще одних. Босс же идет. Я забыл про босса. Ну-ка, сколько же, может, справимся, нет? 130. 120. Нет, нужно поставить джипарей. Можем не задолбить его, будет тяжко. Блин, мы сейчас сами можем слиться. Или справимся, как думаете? 60. Не, думаю, справимся. Две машины еще воткнутся и нормуль. Тем более у нас снайпер нахлобучивает, все нормально. Апгрейживаем ферму. Где наш? Так, вот это за 250. И все. Все, нормуль. Теперь вот можно и джипарей поставить. Все, джипарик едет. Раз. Джипарик едет. Два. Все, босса мы сейчас вольнем. Самое главное, чтобы они вольнули босса. Ну-ка, у них... О, да у них джипарей куча. Кстати, блин, тоже прикольно. Трое джипарей у них. У нас пока двое. Вы самое главное, давайте это... Тащите, ребята, соперники. Давайте тащите. Так, у нас двое джипарей и три фермы. Давайте одну ферму апнем. Все, и будем ждать. И будем ждать. Не, наверное, надо еще одну фермочку поставить. Что-то я хочу 5, чтобы было. У нас 4 фермы. Я хочу 5-ю. Два раза ее апнем. Не, один раз апнем. Поставим ферму, один раз ее апнем и поставим джипарей еще один. Да. Так, вот. Ставим ферму и апаем ее. Потому что за 250 не жалко. А 550 уже дофига. Все, сейчас ставим еще одних джипов, наверное. И все, и будем купить на команда. Я понимаю, что так. Примерно у нас будет такой план. О, тем более два босса уже идет. Ну-ка, давай. Сейчас врезайся и ставим еще джипарей. Он врезался, а что-то ничего не дали. А, нам надо же их убить. Капец, не хватает 15 монеток на третьего джипаря. Не, нормально, первого завалили. А, и с этим справимся. Ну что, может я тогда продержусь еще до 1850. Может мне не ставить второго джипаря. Третьего, точнее. Их не апать пока. Мы же продержимся, да? Сколько жизни осталось? 40. А, нормально, сейчас продержимся. Давай. Бэйнчик. Все, задавили, этих всех передавили. У него он апнутый, да? Если стрелять, да? Если он по невидимому стреляет, значит он апнутый, нормально. Эй, что-то они шустро бегут. Нет, давайте-ка я еще поставлю джипаря. Что-то как-то мне очково, что они добегут. Ну-ка. Три машины справятся с ними со всеми? Справятся. Все нормально. И осталось чуть-чуть. 1800. А, 50. А, 100 не хватает. 130. 127, точнее. 127 не хватает. И мы воткнем его куда? Вот сюда, по-моему, я обычно ставил. Чтобы здесь захват был как можно больше. Все, нормуль. Так, ставим его примерно где-то вот так. Все, чтобы вот этот захватывали. И вот здесь как можно больше. Теперь нам нужно вот так апгрейдить. Все, уголок здесь нормуль. Все, нахлобучиваем. Все, поехали. И теперь копим, я не знаю, на фазера, может сразу попробовать накопить. Нет, я, наверное, попробую вот этого еще апну за 1100, чтобы он видел всех. Ну-ка, как у соседушек у наших дела? Соседушки, как у вас дела? Соседушки.
Капец, они его не завалят. Давайте. У этого 2 осталось, а у этого 80. Не-не-не, они должны справиться. Все, они справились. Есть. Слава тебе, господи. Капец, а тут еще боссы идут. Я что-то переживаю не за себя, я переживаю за своих врагов почему-то. Я переживаю то, что они не справятся, и мы быстро катку выиграем. Не, нормуль, вроде справляются они. Все в порядке. Должны справиться с боссом. Сколько у него осталось? У него осталось жизней 90. Не, они справятся. Я вас верю, ребята. Так, а мы сами-то справимся с боссами? Там, смотрю. Мы сами сейчас можем не справиться. Сколько у нас джипарей? У нас трое джипарей, но они ничего не апнутые у нас. Зато у нас есть фермы апнутые, да? Давайте-ка еще две фермы. Два. И третью хватит. Нет, сейчас апнуть нам. Нам нужно еще одну ферму апнуть. Вот эту и вот эту. Нам надо 1100, короче. Ну-ка, как у босса дела? Нормально, босс развалился. Все в порядке. О-о-о-о, 1100 как раз. И давайте апаем. Раз ферма. Два ферма. Все, нормально. Так, как вы... Нет! Нет, 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 только справьтесь, пожалуйста, справьтесь. Ребята, держитесь, только не проигрывайте. Я еще не успел накопить. Все. Опять мы затащили рано, я не успел. Ну что, будем третий раз играть. Будем играть, пока Файзера этого не затащим. Не затестим. Мне надо против сильных, против кого-то очень-очень-очень сильных сыграть. Чтобы они нас напрягали. А так только я их напрягаю. Я переживаю больше за соперников, чем сам за себя. Ну а что делать? Ну что, давайте опять 3 на 3. Потому что если 2 на 2, то там мало шанс, что выпадет какой-то сильный на той стороне. А 3 на 3 там будет 3 человека. 3-то больше, чем 2. Ну, логично, думаю, что так и есть. Ну что, давайте еще катку. Давай, сдавайся. Ну давайте, выходите уже быстрее. Так, против кого мы играем? Вот этот сильный. Этот нет. Этот нормаль. Ого. Гостелео. Гостелео. Призрак Лео. Короче, надо вот против него играть. Против Гостелео. Тогда будет круто. О, тоже Файзер есть. Либо Шенти какой-то там. Шенти и Гостелео. Против них нужно. Я надеюсь, буду играть против них. Так. Давайте опять эту карту. Эти вообще какие-то простые. Military Base. Так. А, мы, кстати, не играли еще. Я играю вместе с Ghost Leo, но хорошо против, против Шеймера. Он вроде тоже сильный. Лучше бы, конечно, не вдвоем, чтобы там были. Тогда мы бы точно тут долго бы играли. Так, ставим ферму. Раз. И ставим ферму. Два. Капец, опять все фермы понаставили. А кто будет ставить-то? Мы все фермы понаставили. А, вот он поставил. Ну, кто же сюда вставить-то? Бог ты мой. Кто такой? Ну, зачем он сюда снайпера поставил? Вот сюда надо было его ставить. Вот сюда. Чтобы он захватывал. Вот тут все. Так, сейчас от джипаря поставлю, все будет окей. Окей, окей, окей. Быстро, 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 быстро от джипаря. Обычно я ставлю одну ферму, потом джип. Давай, 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 давай. Есть. Бэйн, джип готов. Все, поехал. Ну-ка, глянем, как там у соперников. У нас получается 3 фермы и 2. А у них?
У них одна ферма, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте только, ребята, тоже тащите. У них этот вот Шейнер. У него много побед, он должен затащить. Так, апаем одну ферму. Сейчас нужно быстро апнуть вторую. Нужно их сразу ставить, потому что ферма стоит 300, а чтобы апнуть ее, стоит 250. То есть на 50 дешевле. То есть нужно всегда сначала апать, хотя бы до второго уровня. Ребята, я один не справлюсь-ка, вы что там, только фармите, что ли? Ну-ка, ставьте чего-нибудь, кого-нибудь тоже. Я одними своими... А, ну вот у нас двое хотя бы патрулей, это нормально. Двое патрулей, это нормально. Так, апаем за 250 и копим на третью ферму. То, что два джипаря нормально, они справятся. А у них как дела? Ребята, 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 как у вас дела? А, ребята, ребята, у них раз джипарь, раз ферма. Автоматчики две штуки. Ну, что-то тоже как-то не шибко-то и густо, я бы сказал. У нас тут, у нас ферм куча. У нас ферм уже 6 штук. Так, раз, два, две фермы. Ставим третью штуку. И апаем ее. Осталось чуть-чуть. 17. Ой, 67. 67 нам осталось накопить. Сейчас у нас джипарь доедет, их парочку подавит. Ого, что-то куча уже идет. А у них там куча тоже идет. Или это они нам понаслали столько бочков. Все, давай, 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 давай. Ай, маленько не хватает. 42 монеты не хватает до апа. Нужно обязательно апнуть, апнуть, апнуть. Я фанат ферм. Нужно больше, больше, больше фермы нужно нам. Чтобы было больше, больше, больше денег. Да, а потом будет тогда много джипарей, командосов и фарм. Фарм, 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 и будет файзер, да. Так, наверное, можно еще одного джипаря поставить. Ферм уже у нас достаточно. Ну как достаточно? Три штуки. Надо, это же две не наши, это две не наши. Эй, сейчас дойдут же. Быстро, 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 дайте кого-нибудь поставить. А, капец. Мы сейчас еще и продуем. О, я успел. Фу, 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 мы в самый последний момент. Мы ничего не потеряли? Так, подождите, я голубенький. Нет, мы в команде синих, мы, короче, потеряли 5. Так вот, давайте, блин, помогайте. Че, блин, все фермы понаставили. Ничего, я тоже хочу еще одну ферму поставить. Я тоже фанат ферм. А у нас кто? У нас случайно не АФК? Нет ли? Капец, что-то тяжко. Три джипаря не тащут, вообще не тащут. Мы сейчас еще и продуем. Это точно, мы сейчас продуем. Все, нам хана. Нам хана. Капец, все, 40 осталось. Все, мы тут слили. Да, выпендривались, как говорится. Ну-ка, сможем? Нет, нет, еще живые. Фу-фу-фу, живем, 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 живем. Тихо-тихо-тихо-тихо, надо быстро еще одну ставить. Ферму уже хватит, нужно ставить джипарей, есть. Фу, ставим еще джипаря, все нормально, вдалека едут вон. Фу, 28 из них осталось. Зато ферм куча. Капец. Вот и да выпендривались, как говорится. 28 жизней осталось, ужас. Че и босс идет. Так, босс идет, а у них джипари и... Блин, а кем они играют, я вообще ничего не понимаю. У них два пулеметчика, три стоит. И джип. А, джип уже апгрейженный, С4, вижу, вижу, вижу. Все, они с боссом быстро расправились. Ну-ка, мы... Где наш босс? Вот этот что ли идет? Так, нет, нужно еще джипаря поставить. Пока мы сейчас уже рисковать нельзя, у нас 28 жизней осталось. Ужас. Так, все, ставим еще одного джипарика. И ферму апаем. Все, хватит мне пока 4 фермы, да? О, слышу, кто-то наворачивает. У кого этот шестиствольщик? У них, да? Капец, они уже на командосы накопили. Молодцы, шустрики. А у нас 28 осталось. Нужно аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо тоже команду с этого ставить. Команда, команда, команда. Ну-ка. Ай, у нас идет. Нет, нормуль.
Затачим, затачим. 30 осталось. Этот по троечке снимает. Джипари. Не, все, джипари сейчас их задавят нормально. Все, нормуль. Все, этих тоже всех передавят. Все, пучком. Так, этих всех передавят, надеюсь. Так, сколько у нас вообще? У нас всего, получается, 4 штуки, да? Четверо моих. Нет, пятеро. Пять, да, 5 машинок у нас. 5 джипарей! Так, 1600, мне чуть-чуть осталось на команда. Тоже надо. Вот этих, я не знаю, мы затащим, нет, эту волну. Что-то тоже их дофига. У каждой машинки по 25. Они, значит, едут, они 75 втроем. О! У нас еще одна появилась. Все, у нас 6. Нормуль. Так. Чуть-чуть осталось. Давай. И ставим. Куда? Вот сюда. Все. И апаем его за 650 нужно, чтобы здесь вот закрыть побольше. Ай, надо было чуть-чуть правее поставить, чтобы здесь еще захватывать. Как-то я лево поставил. Ну, давай, 650, быстрее копись. Есть, еще одного поставили. Все, фу, можно выдохнуть. Самое тяжелое уже, наверное, позади, сейчас будет попроще чуть-чуть. Все, вот тут закрываем, и тут почти до конца. Все, мы все, вот здесь раз петля, два петля и три петля. Почти все, вот здесь только уголки, чуть-чуть не захватывали. Надо было, вот он правильно поставил, надо было туда вот ставить. Где самое оптимальное место, тогда бы мы бы все захватывали. Вот у нас здесь угол маленький не захвачен, и вот здесь не захвачен. Так, а теперь уже можно, наверное, что-то апнуть. Может, фермы апнуть. Давайте ферму раз апнем и ферму апнем два. Потому что с двумя командосами... что-то все равно тяжко. Не, нормуль. Все нормуль. Так, а у них что там с двумя зомбаками? С двумя боссами расправились они? О, так у них там тоже уже этот... О, они уже и файзера поставили. Шустрики. Некромантера уже нахлобучивают. Капец, я тоже хочу накопить на файзера. Откуда у них столько денег? У них ферм нету. Ничего не понял. Как они так быстро накопили? У них всего две фермы. У нас куча фермы, и мы не можем ничего накопить. Интересно. Ладно, сейчас тоже буду на файзера копить. Вот у нас некромантер идет. Ну, у него 200 жизней, он небольшой. Так, а файзер 3200 стоит. Обалдешки, он, блин, дорогой. А сколько риалганер стоил? По-моему, 2400 или 2600 стоил. По-моему, да. Капец, у нас машин куча. А, еще построил, уже 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я их не буду пока апать. А, и вон еще 8. 8 джипарь. 8 джипарей. Не, нормуль. Должны заточить. Тем более у меня уже есть команда, и он апнутый. Да, у него он апнутый, нет? Тоже апнутый, по-моему, да? Так плохо тут видать. Ну-ка, как у них дела? Блин, у них уже файзер есть. Файзер так хорошо жарит-то. Вон, босса уже завалили, а мы босса завалили. А мы еще ни одного. Они уже всех боссов завалили. Капец, что-то тяжко. Куча боссов идет, мамочки. Нужно на файзера 3200. Осталось 500. Докоплю, не докоплю, а? У нас жизни-то 28. Очень мало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы должны 3200 накопить. Не, нормально, справились. Но гораздо дольше, чем они. Они-то уже давно их завалили всех. Блин, надо файзера ставить. Все, 3200, ставим файзера. Надо только его очень грамотно поставить. А поставим мы его... Так, чтобы по максимуму закрывать нам и вверх, и вниз. Давайте вот сюда поставим. Вот так вот. И апнуть его стоит 700. Все, первый раз. Это мой первый файзер. Ура, наконец-то затестились. Спустя... Сколько там минут у нас там уже длится, как-то? 34 минуты, обалдеть. Наконец-то файзер, вот он. О, вот у двух ствольчатая шестистволка. Две штуки. Во, давай, жарь его. Хорошо жарит. Вот он, файзерок мой. Есть, сейчас мы его апнем еще. И... Опа-на. О, следующие 2600 стоит его апнуть. Ну что, будем копить.
Давай, жарь, мой хороший. Вот он, нахлобучивает-то. О, красавчик. Слышите, как он жарит? Это погромче сделаю. Как микроволновка какая-то жарит. Прикольно. Все, большого босса завалили. Они завалили его тоже. Блин, да у них там вообще, у них там и Файзер это. Куда у них столько денег, а я не пойму. И Файзера поставили, и этого поставили. О, у них еще уже и апнутые эти джипари. Пулеметчики. А где наши зомбаки? Почему никто не идет? Так, пока никто не идет, давайте я, наверное, ферму еще раз апну. Эй, а где зомбаки-то все? Что-то тихо как-то. Эй, что так тихо? А что-то подозрительно. Вот я зато две фермы апнул. Все, я все фермы апнул до третьего уровня, нормуль. Все, началась жара опять. Пошел наш босс. Раз, два, три, четыре босса, да? Давайте посмотрим, как кто быстрее с боссом справляется. Ну, мы, у нас тают они, у них тоже они тают довольно-таки быстро, да? Так, у нас осталось трое. Не, четверо, и у них четверо. У нас трое, и у... а у них четверо. Вот только сейчас они убили его. Все, мы сейчас, смотрите, расправимся. У нас двое осталось, у них трое. У нас один, у них двое. И мы расправились. Все, и у них... На одного босса мы обгоняем. Чуть-чуть быстрее мы, короче, их уничтожаем. Так, давайте думать, что дальше поставить. Либо еще одного Файзера, либо еще одного команда, либо вот этого Файзера будем апать. Я думаю, может быть, апнуть еще одного Файзера. На 2600, еще уровень его поднять. Даже не знаю, давайте попробуем. Я даже хочу посмотреть, как он изменится. Ну-ка, был вот такой он чувачок. Ох, красавчик. Хорошо жгет. Давай-давай, нажигай. И... апаем его. Давайте апаем. Бэйнч. О, вот у него появился. Два баллона сзади появились. Давай, нажигай. Очень красные чуваки идут. Красные зомбаки. Так, а у них там что как? О, у них уже желтый Файзер. Блин, они он больше меня апнул. У него какая грави-пушка супер. Блин, я тоже хочу. А сколько стоит апнуть? Сколько стоит апнуть Файзера на третий уровень? Я не помню. 4800. Нет, будем копить. Будем копить 4800. Я хочу не отставать от них, а то, блин, мы не затащим. Вот это уже другое дело. Тут какие-то те две катки были вообще скукотища. О, наконец-то затестили Файзера. Блин, прикольно он. Я даже не знаю, кого поставить. Вот фермы точно нужны, и джипари мне нравятся. Командосы тоже нужны. Вот не знаю, кого потом выкинуть-то, чтобы этого еще поставил. Риоганнера. Наверное, может быть, командоса выкинуть. Или фермы. Блин, и без ферм тоже никак. Без ферм вообще ничего не построишь. 1600 у меня жизней. Ну-ка, там, а у них как дела? Ну, примерно как и у нас, сколько у них жизней. Ноль, все, они завалили босса. А мы еще не завалили. О, сильнее нас. Капец, нужно апать. О, 4800. 14000 стоит. Мамочки, аннигилятор. А он, наверное, уже купил. О, вот у нас Риоганнер есть, это хорошо. Вон он засел. Башка, где башка? Застряла в деревяшке. Блин, Риоганнер мне тоже нравится. Прикольно. Хорошо нахлобучивает. Так, мы босса всех расстреляли. А они... А у них еще идет. Неужели мы тут чуть-чуть быстрее тащим теперь? Так. Нужно... Ну что, 14 тысяч копить? Нет. Нет, я, наверное, лучше апну вот этого за 1100.
Вот у него еще больше появился радиус. Ой, даже не знаю, что сейчас еще ставить. Но право слово я не знаю. Мне нужно либо вот этого накопить 14 тысяч, либо за эти деньги лучше пару раз еще этого апнуть за 2600. Либо вообще фермы, может быть, апнуть, а? Давайте-ка 4 фермы апнем. 1000. 1000. 1000. И почти еще 1000. Давай 1000 накопись, я апну еще ферму. Давай. Осталось чуть-чуть. Осталось 700. Так, 300 осталось. 200 осталось. Ну же. О, капец, смотрите, мы со всеми расправились, они там еще стреляют, да? Ага, вон они еще стреляют там. О, апаем, все, ферму апнул. По 500 приносят. Это 4 фермы, это 2000, короче, падает. Новая волна, хоп, сразу 2000. Ну-ка, ребята, давайте тащите, как им помочь, а? Ой, что-то у них, по-моему, проблемы. О, зато он апнул за 14 тысяч. Смотрите, какой прикольный чувак. Ну-ка, как плавится босс быстро? Да, босс быстро плавится. Самое главное, давайте, тащите. Капец, вот он здоровяк какой, а. Вот это файзер, так файзер, да? Не, они должны справиться. Ребята, я вас верю, вы должны справиться. Так, а у нас у самих-то там как дела? Да у нас вообще все пусто, смотрите. А? Мы все зачистили. У меня пока он не апнутый файзер. Но я думаю, надо на него накопить сейчас. Блин, опять я переживаю больше, чем для себя. Для соперников я переживаю гораздо больше. Вот, у них и фермы тоже, кстати, апнули уже. Ого, это до максимума. Они уже апнули фермы. У них 7 ферм. 8. У них 8 ферм. Ой, вот этих не пропускайте. А, вот он еще одного файзера поставил. Смотрите, сейчас кто-то пробежит. Нет? Повезло им. Не справились, молодцы. Совсем не справились. Ну-ка. Первый босс быстро расплавился, второй тоже быстро расплавился, да? Ну-ка, плавься. Все, готово. А у них одни еще оба идут. Ну-ка, давайте, булки напрягли свои. А, тут даже 3 босса было. Капец, и тут еще двое идет. Ёлы-палы, ребята, ну-ка давайте ставьте быстрее. Ха-ха, крэп, они, короче, ругаются. Ну-ка, я хоть успею его по максимуму апгрейдить. Я хочу накопить, сколько там, 1400, 14 тысяч, да. 14 тысяч, ну-ка, давайте дождемся. Пожалуйста, не сливайтесь, ребята. Все, они вроде нормально тоже тащу, да? Давайте, тащите. Все нормально, они вроде выжили. Да? Волну же эту... Ну, вот эту волну они точно должны. Да, нормально. Вот этих еще 2 зомбаков и вот эту мелочевку не должны раскидать. Я пошел апать скоро своего файзера. Ну-ка, где ты? Где? Ты мой хорошенький. Вот он, красавчик. Нам нужно 14600, а у нас 13370. Тысячу еще целую. Больше 1000 надо. Ну что, пустые-то ворота. Ну-ка, давайте, вылазьте отсюда. Эй, зомбаки, вы выползайте, давайте. Есть, готово. Ну что, апаем его? Давайте. Я хочу его видеть, подождите. Вот так вот, краешком. Во, вот так вот. И хлобысь. Во, вот он красавчик какой. Блин, прикольный чувак. У него еще наверху эти лазеры. Он с одного стреляет. Еще и сверху 3 ему помогают. Просто красавец. Смотрите, как они быстро все плавятся.
Зомбаки вообще не успевают эти боссы выходить. Их просто испепеляют. Просто втаптывают в землю. Еще вот этот апгрейджен, но это не на максимум апгрейджен. Это третий уровень. Только сверху у меня должна это появиться, по-моему. Когда до максимума будет. Крышка. Будка. Так, у них, короче... О, это кто такой? Прикольно, это пикалетчики, что ли, такие? Максимальный уровень, что я даже такими давно не играл. Что этих не видел. Таких что-то я не видел. Пикалетчиков. Так, файзер у них. Один стоит и второй. Два файзера, да, всего? Да, два файзера. Я не знаю, что мне сейчас апгрейджить еще. Я либо еще одного файзера поставлю, либо вот этого автоматчика командоса. Так, он принес 3000, 2900, а этот уже принес нам 8000. Красоту ли, 8000, это хорошо. Давайте за 3200 еще одного поставим, наверное, да? Вот залезет. Прямо, чтобы посерединке был. Вот, отлично. Есть, файзер один есть. И апаем его, по-моему, за 700, да? Да, за 700 его апаем. Все, он пошел нахлобучивать. Смотрите, они даже не успевают никуда пройти. Вот он еще поставил. Блин, зачем сюда поставил, а? Хотя тут стоит... Не, нормально. Вот, самое главное, вот здесь он все правильно ставит. Вот так, так, так. Здесь уже не обязательно было. Тем более вот сюда. Так, нормально мы вообще уничтожаем. Ну-ка, тут у них как дела? Так, а здесь у них тоже нормули. 3200 чувак идет. Ну, он сейчас расплавится быстро. Капец, какая у нас волна? 30-я волна. Фу. Ну чё, все пока справляются. Блин, интересно, уже становится интересно. Они тоже неплохо справляются. Так, я коплю на второго файзера на апгрейд. 2600, все это мы апаем. Потом будет 4000. Капец, вот это уже тяжко. Ну-ка, боссы как плавятся. Смотрите, как боссы плавятся. Как на сковородке. Было 3200 и стало 0. Было 3200 и стало 1000. Стало 0. Было 3200 и стало... Капец, что-то тяжко. Ну-ка, у них как дела. Они плавятся, конечно, быстро, но не так уж прям супер быстро. Так, за 4800 могу апнуть. Все. Апнул за 4800. Все, вот они, два наших фазера стоит. Что там идет? Все нормально. Так, наверное, я апну теперь вот этого команду за 2600. Этого за 14000 шибко дорого. Второго апы. Вот, давайте за 2600 сейчас апнем и пойдем смотреть, что там у соседей творится. Все, 2600 готово. Потом за 8, наверное, еще апнем. И потом вот этого за 14 уже, да? 8 и 14, короче, 22 тысячи надо. 23. Мы почти затащили, кстати, да? Все. Ха, капец, нифига как. Я даже не заметил, что он пропустил здорового боссяру. Все, ГГ, хорошая игра, good game. Блин, прикольно было. Если бы они вдвоем были, вот этот вот Шейнер и... Гост Лео, тогда бы мы не затащили. Наверное, я бы против них двоих не справился. Мы вначале чуть не слили, 28 жизней осталось, но потом все-таки затащили. Блин, было прикольно, мне понравилось. Прикольно этот файзер, наверное, тоже им буду играть. Где мои 100 кредитов? Есть, вот они, готово. Все, уже 400 накопили. Все, друзья, мы затестили, короче, в Tower Battles этого файзера. У меня все в основном куплено, основное. Я не знаю даже, на что теперь копить еще. Может, вот этого командира купить. Он, короче, говорят, усиливает. Либо может вертолетов попробовать взять. Сколько они стоят? Самолеты 1000. А этот 1200. Ну, это мы быстро накопим. Все, друзья. С вами был Капанда. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.